Гурт «Кашлати Вог» полторы години представляв новый материал у вигляді релізу. Лідер команди Вячка Красулін навіть розпустив гурт. Тим не менш, праця над новими піснями протягувалася. У день він концертмайстер в університеті культури, а увечері – лідер панк-рок гурта. Гурт Вячки Красуліна тільки що окріяв і записав сингл з двох пісен новим складом. Свою музику Вячка називає аморальною і розбуральною. Аморальність заключається в тому, що про адмовные некие образы мы показываем некую безысходность и неких своих учинков, некий плач, такие у куточку, вот такие вот плач, отрымливается нечто такое. Але в той же час это вельми моцная музыка, потому что про эту музыку мы проходим до вырашения у своих никаких проблем. «Кашлати Вог» пяе выключно по-белоруску, а до звыклого для панк-року складу инструментов долучая дуду. Довгий час музыки працевали з этноматериалом, але тепер отмовились от народных песен на корысть авторских. Так оно не сапраўдней отрымливается, потому что, когда мы перерабливали фольклор, ну, короче, нечто было не свое, и не каждый это воспринимал как частку себе. А когда каждый укладывает свое и свой сенс, тогда оно отрымливается значно цікавей. Вячка каже, что новых песен у гурта за полтора года молчания написалось столько, что за двухгодинную репетицию все их не сыграть. «Кашлати Вог» собирается добрать наилепший из них для своего нового альбома. Сергей Будкин, Белсат.